С раннего утра курсанты готовятся к торжественной церемонии принятия присяги. Необходимо еще раз все тщательно отрепетировать, ведь это один из самых важных дней в жизни будущих военных. Данные курсанты, их поступало 55 человек. А к курсу молодого бойца были допущены 40, и на сегодняшний день осталось 25 по истечению месяца. Остались самые стойкие, самые сильные ребята. Впереди у них 4 года обучения в нашем военном вузе. Получат по истечению этого срока диплом высшего государственного образца и получат первичное воинское звание лейтенант. И по приказу министра обороны по распределению отдела кадров они будут направлены на разные должности в вооруженных силах страны. И вот он, тот самый торжественный момент. Сара, куболе тиму слави кипа гудул тубас войцы псад гелопсна, агунтхада гудпсы голшезу. В этот знаменательный день поддержать будущих бойцов пришли их родные и близкие. Мама одного из курсантов Ольга Кархалава признается, что очень обрадовалась, когда сын сам изъявил желание учиться в единственном высшем военном учебном заведении нашей страны. Да, мой сын сегодня принял присягу, Хашпа Робер. Для нас это очень такой день знаменательный и счастливый. Он стал, становится защитником своего отечества. Это, конечно, меня радует, что он именно выбрал такой путь. С принятием присяги будущих защитников Абхазии поздравил первый заместитель министра обороны Республики Абхазия Беслан Цвижба. Атубашта цара, загирушадзе. Ара ехапи ара матура ахысра. По завершении официальной церемонии курсанты принимали поздравления от родственников, делились чувствами об этом торжественном мероприятии с самыми близкими людьми. Боевое чувство, чувство долга, что надо защищать свою родину, что нельзя отступать в любой момент, чтобы встать, защитить ее. Еще один шаг сделан для воспитания достойных, образованных защитников Абхазии. 25 новобранцев готовы посвятить свою жизнь родине. Надежда Боровикова, Торник Камичпа, Абаза ТВ.